Я не знаю, какой пиздец будет, когда заблочат YouTube в России. Заставляет серьезно призадуматься. Там один комментатор по поводу что-то моего видоса про долгий джонт сказал, написал, что-то в одно место вставляют. Очень интересно. Да мне похуй, что там в одно место вставляют, я не разбираюсь в этом. Я не знаю, короче, чел. Мне... Я не знаю, что там. Блять, вставляют, не вставляют, я не знаю, короче, мне похуй на это. Может быть, этот комментатор подумал, что я что-то там гей или что, я не знаю. Я не гей, нихуя. Обычный, я обычный русский человек, простой. Я не знаю, что там вставляют, не вставляют. Может, такое выражение просто в простонародье, я не знаю. Просто забей. Я не знаю, что там в одно место вставляют, не вставляют. Я не знаю, короче, просто забей на это. Просто зайди на Pornhub, если хочешь. Там увидишь, что там вставляют, не вставляют, я не знаю. Я не... Мне как-то на это похер. Просто какой-то чел написал мне там под видео «Долгий джонт». Я не знаю. Он типа какое-то там оскорбление, видимо, связанное с гейством, что-то гомофобное. Я не знаю. Просто если этот чел в комментариях что-то там, ну, гомофоб там, то я не являюсь геем и не являюсь гомофобом, мне просто пофиг. Я не зациклен на том, что вставляют, не вставляют. Я к тому же сейчас флуоксетин принимаю, он делает тебя, ну, делает человека монахом. Я бы прописал флуоксетин всем озабоченным сексуально, чтобы они успокоились. Он успокаивает либидо. У меня очень скучная жизнь, угрюмая. Очень.
такая, даже не знаю, как описать. Я просто не знаю, как ответить на комментарии там, которые он что-то нашел там у меня. Что-то вставляют в одно место. Интересно, там что-то это. Я не знаю, короче. Ну, вставляют, не вставляют. Я не в курсах. Ой, извини, пожалуйста, если тебе там что-то послышалось, я извиняюсь. Да, может, там что-то неуместно прозвучало, я не знаю. Просто я подумал, что это у меня хуйня, глаза, типа веки, мешки под глазами, что ли, появились из-за того, что я просто сплю плохо.